Как дела, мои дорогие друзья, с вами Flutter, и мы сегодня посмотрим такой вот видос, как Apple Bloomers Magic Crusaders in a Pinch. Этот видос я очень-очень долго ждал, пока выйдет либо озвучка, либо субтитры русские, а тут сразу же мне скинули в группу дубляж. Что ж, я очень хотел на это сделать реакцию, учитывая то, что в последнее время мне много кто говорил, сделай реакцию на поняш, больше поняш, больше реакции на поняш. Что ж, получайте. Поехали. Apple Бурума, помните, был такой вот прикол, типа в аниме стиле на 1 апреля сделали прикол. Если я хоть немного промедлю, все пропало. Хасбро. До этого бы не дошло, не призови ты сюда эту тварь. Ну откуда мне было знать, что это приведет к угрозе уничтожения с огромным чудовищем, стоит ему только вырваться на свободу? Логично. Потому что это каждый раз приводит к угрозе уничтожения всего сущего. А как же тот раз теми Блин, типичное аниме. Они пытались поработить всю Эквестрию. Но они ведь не угрожали уничтожить все вокруг. Да какая разница? Если я соберу все свои силы в одном ударе, может удастся его остановить? Сломалось. Как всегда. Ну вот, как всегда. И внезапно превращение. Лол. Лол. Во имя Луны. Или как там? Оп. Радужный удар получил. Что-то. Окей. Достаточно-таки странная анимация. Но анимацию мне и так понравилась. Но, блин. Это так классно. Спасибо, что сделали... вообще озвучку, дубляж, Анатолий 136 UA, TJ Zikar, Анатолий тоже, озвучка Люси, Нью Эльф и Мисс Сефи. Ну, спасибо вам за озвучку, вы постарались круто, мне понравилось, и это реально было круто. И, блин, я не знаю, это типичное аниме. То, что можно было бы увидеть, если бы все-таки сделали про Cutie Mark Crusaders отдельное аниме. То есть Hasbro так пошутили, выпустили трейлер, а мы сделаем такое вот аниме. И выйдет оно 32 апреля. Но его же нету. Так что, да, это был как прикол. Ну да ладно. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Flutter, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока.